Меня зовут Винни Джонс, и я преподам вам урок, который вы никогда не сможете забыть. В жизни бывают такие моменты, когда нужно быть крутым. Скажем, какое-то чудило прямо перед вами падает без сознания. Что будете делать? Нам нужен доброволец, который не дышит. Вот такое я подготовился заранее. Первое, что вы должны сделать, это осмотреть его. Если он не реагирует или не дышит, или издает звуки, подобные этим, значит, его сердце перестало работать. У него случилась остановка сердца. Теперь живо. Во-первых, звони 03. А затем делаем непрямой массаж сердца. Без поцелуев. Женушек с губки целуют. Смотри, сомкните руки вместе, пальцы вверх. И давите от себя, прямо там, где сувенир. Давите на глубину 5-6 сантиметров, или около 2 дюймов по-старому. Давите сильно и быстро, примерно 2 раза в секунду. Прям под ритм песни Stayin' Alive. Боитесь покалечить его? Лучше сломать ребро, чем протянуть ноги. Продолжайте массаж, пока не приедут медики. Итак, не забудьте, проверьте, позвоните 03. Давите сильно и быстро под Stayin' Alive. Это работает. Непрямой массаж сердца. Не так сложно, как кажется.